Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим кекс творожный. Для этого нам понадобится творога 200 грамм, 1 стакан муки, здесь я ее просеяла уже, 1 стакан сахара, 2 яйца, 40 грамм масла сливочного, я его растопила, 2 столовых ложки сметаны и пачечка разрыхлителя 15, ну здесь у меня 18 грамм. Так, что мы сейчас делаем? Мы будем все соединять. Значит, в муку мы высыпаем сахар, разрыхлитель наш, масло, творог, яйцо взобьем, расколотим. Тоже сюда насыпаем. Так, сейчас я ложку. И 2 ложки сметаны сюда же я бросаю. Так, и сейчас я вымешаю. Хорошо вымешаем. Но сегодня мы еще приготовим этот кекс наш, еще добавим малину. Так как сейчас сезон малины, надо использовать кругом малину. И вот тесто, видите, я уже хорошо вымесила. Берем форму, форму небольшую, 15 сантиметров в диаметре. Я пергаментом застелила, смазала маслом. И теперь я часть нашего теста выкладываю на дно. Так, немножечко разровняла. И сейчас я выкладу сюда малинку нашу. В один слой. И теперь я уже остальное тесто выкладу. Сверху смазываем мы желточком. Даже здесь пол желтка хватит. И ставим в духовку, нагретую до 180 градусов, на 30 минут. И вот наш творожный кексик я уже достала из духовки. Он с малинкой. Немножко остынет, я его разрежу. И вот я уже отрезала кусочек. Пропекся наш кекс очень хорошо. Теперь я немножечко подсыплю его сахарной пудрой. Ну и, конечно, неизменно наша малинка. Приятного аппетита и удачи вам!